обращаюсь к ополченцам. АМС обеспечит всем сдавшимся безопасное возвращение в исправительное учреждение города. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМС. Пилот, категорически не советую вам сдаваться АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Сканирование перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. А долго ты служил с Ластимозой? Капитан Ластимоза был привязан ко мне 973 дня назад. Есть функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Пилот врага маскируется.
внимание. Мы не будем ждать, когда они придут к нам. Мы сами их атакуем. Отряд утильщиков Гамма. После разбившегося Маккаллана находится Титан. Разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер три. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Ветревой щит включен. Викривый щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, отпустите кнопку. Пилот, пусковая установка в салончик работает.
Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Пилот, засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место. Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Титан ополчения, номер корпуса 57214. Я под огнем. Да, неплохо, пилот. Неплохо. Уничтожен. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Пилот, я засек еще приближающиеся отряды утильщиков АСИ. Наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение. Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Это вам БА-3-2! Несем большие потери! Всем отрядам ополчения, помогите нам! Мы несем тяжелые потери! Здесь наш титан типа авангард! Это беги! Рад видеть капитана. Помощь очень кстати. Вижу цель, выдвигаюсь. Раз не надейся. Thank you.
Все, пилот, приехали. Ты еще пожалеешь. Нам пригодится. Согласен. Титаны АМС оборудованы улучшенным вооружением. Это будет способствовать нашему успеху. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Титан врага уничтожен. Пилот, продвинуться дальше. Нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Thank you.
Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон, купол 1. Я не вижу цель! Опасных отходов. Автоматизированный полигон. Купол 1. Двинуться дальше нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Внимание! Обнаружены токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть, Бити. Ты тоже смотри в оба. Понял, пилот. Будьте бдительны, я уловил движение. Я следующий, кто-нибудь, прикройте, нужна помощь! Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Осторожно!
Обращаюсь к ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убил. А ждать осталось недолго. Срочно нужна помощь! Срочно нужна помощь! Спасибо за помощь, сэр!
Дальше не пройти! Давайте вперед! Внимание! В узле 3А обнаружена мертвая ячейка. Необходимо срочное удаление. И куда же я иду? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Бойцов из АМС. Кто бы ты ни был, неплохо, очень неплохо. Итак, титан класса «Авангард» и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был, неплохо. Кого я убил до тебя? Кто-нибудь его видит? Цель не видна.
кто-нибудь! Цель ушла! Внешние приградные наркотики на основные системы. Пилот, соблюдайте осторожность. Ты тоже, Бити. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Еще немного, и наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Давно не виделись, Бити. Не соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия в реальном времени. Вы достойно сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Пилот, помогите!